Всем привет, я нахожусь на выставке в СХИ, по-другому это называют поселок Усть-Кинецкий, улица Шоссейная, 82. Вот здесь вот мы стоим, получается, возле вот такого вот железного ангара. Мама, папа, у меня здесь вот огромный выбор лаванды, хвойных растений, самшита, можжевельников скальных, Blue Arrow. По 1000 рублей. Шаровидные туи, туи Даника. Барбарисы. Барбарисы. Потом такие вот раскидистые можжевельники, то есть почвопокровные, они стелющиеся. И вот такая гималайская сосна, новинку вот привезли. Вот, тоже по 1000 рублей. Вот. Дальше идем гортензии на штамбе. Белый медведь сорт. Все в горшках. Вот так, смотрите, какое качество. Вообще шикарная гортензия. Так, а на этой стороне мы видим саженцы, то есть от черешни до яблони все есть. Большой ассортимент. Колонновидные яблони. Облепиха. Розмарин. Опять лаванда. Смородина. Красная, черная. Вся есть в наличии. А, ну и ежевика вот еще.